Всем привет! Сегодня рассказываю о дораме «Влюбиться в твою улыбку». Спустя без малого год добралась до отзыва на эту милую вещицу. Ну что ж, начнем. Фабула проста. Геймерша-любитель попадает в профессиональную команду игроков и доказывает всем вокруг, что она там не лишняя, попутно крутя роман с капитаном команды. Казалось бы, ничего особенного, но... Китайцы умудрились сделать очень годный ромком с отличным юмором, приятнейшей атмосферой дружбы и влюбленности, и историей взросления, и не одной. Очень увлекательная дорама, настолько, что я даже пробовала смотреть ее с автосабами, не дождавшись нормальных субтитров. Один из тех случаев, когда все на месте, сюжет динамичный, диалоги смешные и не глупые, и отличный каст. Для меня с ним и правда все нормально, потому что актриса в главной роли меня совсем не раздражала, несмотря на узкий эмоциональный диапазон. Ну и если честно, я бы на ее месте, не будучи уверенной в чувствах своего краша, вела бы себя так же. Но как можно целоваться с Юйкаем и оставаться бревном? Зато словесные перепалки главных героев были чудесны и всякий раз заставляли меня улыбаться. Сюйкай. Здесь я впервые увидела его таким холодным и желчным. Перед просмотром беспокоилась, что роль ему не подойдет, но мои опасения были напрасными. Сюйкай прекрасен и талантлив. Точка. Очень порадовали также второстепенные герои. Каждый по-своему обаятелен и выполняет определенную роль в сюжете, а вся команда вместе – пример настоящей дружбы в рабочем коллективе, о которой многие мечтают. И, что немаловажно, адекватная мама главного героя. В последнее время все чаще встречаются адекватные мамы в дорамах. Думаю, это хороший знак. Подытожу. Легкая, романтичная, атмосферная и вдохновляющая дорама с длительным послевкусием и летним настроением, которую стоит смотреть, когда хочется отвлечься от серых будней и тяжелых дум, но при этом избежать ухода в драму и сильные эмоции. Ост к дораме тоже очень годный. Обязательно зацените, когда будете смотреть. Кто не смотрел и вдохновился, желаю приятного просмотра. Кто смотрел, делитесь впечатлениями в комментариях. Спасибо за внимание и хорошего дня!